На территории базы отдыха «Элита» прошли серьезные, но очень интересные мероприятия. Сотрудники МВД показали возможности кинологической службы. Специально обученные собаки искали взрывчатку и обезвредили преступника с огнестрельным оружием. На мини-выставке продемонстрировали оружие, сегодня оно в арсенале МВД. Подержать в руках и подробно рассмотреть каждый экземпляр смогли все. Чтобы отдых был безопасным, сотрудники МВД здесь же провели практическое занятие. Рассказали и наглядно показали приемы самообороны. Рассказали молодежи, как обезопасить себя и не стать жертвой мошенников, как правильно вести себя в толпе во время массовых мероприятий. Я подчеркнула для себя то, что как себя вести в некоторых сложных жизненных ситуациях, тогда, когда там на тебя кто-то напал, пытается у тебя что-то украсть. На самом деле я бы тоже полезла бы в драку. Ну, как бы, да, объяснили, я поняла, что лучше отдать добровольно. И я считаю, что это правильно, что именно это доносят до нас, как до лидеров. И мы сможем это рассказать в своих отрядах, в своем университете. Полицейские отработали правила теории на практике, показали ребятам, как работают профессионалы. Все участники семинара «Курорт-2013. Кубань-территория безопасности» получили памятки с руководствами по мерам предосторожности. Если хотя бы 10%, если хотя бы 5% молодых людей, либо граждан, которые приехали к нам отдыхать, эту информацию услышали, и если она им поможет, однозначно наша работа не бесцельна. Многие студенты в скором времени отправятся работать вожатыми в детские лагеря, где смогут донести важную информацию о безопасном отдыхе уже до своих подопечных. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Игорь Куршаков, Анапа регион.